Добрый день! У меня к вам есть обращение. Приоткройте, пожалуйста, стекло, если вам не трудно. Ну, приоткройте, мне неудобно вас слышать. Нет ключа? Тогда немножко, если можно, приоткрою. Представьтесь, пожалуйста, у меня есть обращение к вам и служебное удостоверение. Как бы, на каком основании должен вам... Я водитель, я должен знать, на кого я буду писать заявление. Против вас ведет административный процесс, а это не обязательно. Не должен, понятно? Это не обязательно. Ну, вот, значит так, по первому требованию гражданина, если он к вам обратился с определенным заявлением... Мы ведем административный процесс по человеку. Вы уже провели административный? Мы не закончили. Не закончили? Не закончили. А он говорит, что не закончил административный процесс. Ну так права, вот я вот, насчет и хотел сделать спросить. На каком основании вы удерживаете его водительское удостоверение? Против него здесь административный процесс. Я спрашиваю, на каком основании вы удерживаете? Отойдите от служебного автомобиля. Я спрашиваю, на каком основании? Уберите телефон. Андрей. Это самое. Смотрите, все, что вам там будут тирать, все ложь. Я еще раз говорю. Снимай, я выключаю, мне нужно срочно позвонить. Я присяду с вашим позволением. Одну секундочку. Включите проблесковый маячок тогда. Я сказал, включите проблесковый маячок. Проблесковый маячок включите, еще раз говорю. Нечего на меня голос повышать. Включите проблесковый маячок, обознайте, что вас ведет административный процесс. Еще раз говорю, включите, я на вас буду два заявления писать. Три буду писать, еще за водителя. Включите проблесковый маячок. Я говорю, включите проблесковый маячок. Уважаемый, говорите своему папе. А мне, уважаемый Дмитрий Иванович, понятно? Понятно? Что стоять? Дальше? Что еще? Что еще дальше? Ваше! Вы ко мне обращаетесь? Вы ко мне обращаетесь? Я спрашиваю, вы ко мне обращаетесь? Я спрашиваю, вы ко мне обращаетесь? Вы ко мне обращаетесь? Еще посмотрим сейчас, как будете петь потом. Хочу вам сообщить, что я звонил 102. Я звонил 102, сюда едет ответственный, чтобы вы не уезжали с этого места. Я еще раз говорю, я отсюда не... Секундочку, вы слышали меня, что сюда едет ответственный или нет? Я вам сообщил, вы услышали, можете уезжать. Я звонил 102 в районное и вызвал сюда дежурного ГАИ. Что? 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 Ты мне палец прижал? Вообще, ребята, вы что, это борзеете? Прикрой, ты мне на ты начинаешь говорить. Прикройте пальцы, зачем мне зажимать? Пальцы зачем мне зажимать? Ты я предупредил вас. Андрей, снимай. Добрый день. Я к вам обращаюсь. Есть заявление. Сейчас у нас еще административный процесс не закончится, поэтому я вас попрошу покинуть автодорогу М1. На данный момент здесь вам находиться запрещено. Если вы здесь будете стоять, мы приедем. Мы вас привлечем к административной ответственности. Понятно? Вы теперь выслушаете меня? Мы сейчас ведем административный процесс. Вы теперь меня выслушаете? Мы сейчас заняты. Кто вы такой? Вот и все, инспектор. Удостоверение. Капитан милиции Григорий Николаевич. Удостоверение. Ожидайте здесь. Удостоверение свое. Я сказал, ожидайте. Удостоверение свое, будьте добры. И вы тоже. Удостоверение я покажу.
если хотите, какие-то у вас вопросы будут. У меня не вопросы, у меня. Я еще раз вам говорю. Сейчас едет ответственный. Едет ответственный. Смотрите удостоверение. Так, 22-21-065. Так, почему не соответствует номер? 21-065. Читайте внимательно. 21-065. Читайте внимательно. Внимательно, что вы удостоверение. Читайте внимательно. Хорошо. Читали. Где значок у вас? Читали. Дальше. Вы, наверное, читать не умеете. Все? Если говорите, что не соответствует. Что у вас? Посмотрим. 23-496. БР май, значок Б80. Другую сторону тогда показывайте. Другую сторону показывайте. Примите у меня заявление два. Кто ведет административный процесс? Оба? Оба одновременно. Хорошо, будем ждать. Будем ждать. Меня не хотите знать, кто я? Нет? Не важно. Звонили 102. Достаточно личности, что вы расценивали, которые звонили 102. Да, я вам удостоверение. Познакомились. Скажите. Дмитрий Иванович, почему вы остановились на автодороге М1Е30, что запрещено правило движения? Увидел ситуацию. Какую? Которая мне очень сильно не понравилась. Что значит, вам не понравилось? Остановился на обочине. Угу. Это что? Является обочиной. На автодороге М1Е30 запрещена остановка стоянка транспортных средств. Согласно какого пункта правила? Нормотворческой деятельностью не занимаемся, открывается правило дорожного движения, читайте. Ну вот вы должны... Я вам, в частности, в данной ситуации я не должен. Вы обязаны. Не обязан. Обязан. Обоснуйте свои слова. Если вы мне говорите о том, что я нарушил пункт правил, значит, вы обязаны мне сообщить его... Я сообщу его, если буду вести в отношении вас административный процесс. Ну, тогда и сообщите. Сейчас я вас услышал, что далее? Что далее? Что вам не понравилось в ситуации? В ситуации? Да. Я часто здесь как бы немножечко контролирую действия. Саша, позвони, сфотографирую? Нет, Саша, позвони. Конечно. Я сейчас у вас... Смотрите. Андрей, давай я пока скажу. Сейчас ко мне, а то я тебя сейчас паспорт. Далее. Значит, без проблесковых маячков на трассе одну машину, вторую останавливают. Mm-hmm. Без причины, по какой причине, потому что, ну, выборочно. Mm-hmm. Вот, проследил, пока я здесь стоял возле фуры. Вот, mm-hmm. Я вот там стоял. Хорошо. И после того, как одна машинка уехала, здесь один человек присел, мы решили подъехать и именно зафиксировать тот факт, что не включен проблесковый маячок. Если проблесковый маячок не включен, это уже может соответствовать тому, что не ведется административный процесс. По крайней мере, в зоне повышенной опасности на трассе они обязаны включать проблесковый маячок. При том, что установлено было гражданское транспортное средство. Дмитрий Иванович, пункт 25 правил дорожного движения вам известен? Мне много чего известно. Вам данный пункт известен? О чем он говорит? Откройте правила дорожного движения. Хорошо, прочитаю потом. Сейчас мы не ведем административный процесс. Не ведем. Я вам про проблесковые маячки. Хорошо. Известен или нет? Известен. О чем он говорит? Ну, ладно, это ваше право, знаете вы или нет. Дальше мы... Дальше что вам понравилось? Да. Значит, я, как говорится, предполагаю, что все-таки ведется административный процесс по той причине, что его пассажир сказал, что оформляют документы. Я не стал вмешиваться, я просто сказал, вы намекните человеку, что если что, там могу помочь в праве правомерности определенных действий. Заранее предчувствую, что... они уже имеют значимость подделки, что регламентировано каким? Ну, законами и правовыми актами относительно того, что номерные знаки запрещено каким-либо образом реставрировать, покрашивать и так далее. Значит, если это было бы относительно граждан, то это бы имело бы очень серьезные последствия. Значит, я просто подошел спросить, ведется ли административный процесс. Вот. Нет, после того, как вышел пассажир, я у него поинтересовался, почему он был остановлен. Он сказал, меня просто остановили. Я говорю, дальше. Дальше меня начали пробивать и выяснили, что я нарушил. Вот. И сейчас мне требуют, чтобы я уехал в Барановичи, оплатил по терминалу и приехал, значит, со штрафами. При этом я спросил, вам отдали документы? Нет, меня удерживает водительская и так далее. Я подошел обратиться именно с заявлением, и, естественно, кто эти люди, я сказал, что я хочу.
обращаюсь, пожалуйста, представьтесь. Mm-hmm. Я не обязан вам, я не веду вас относительно вас в административный процесс. Вот, и представляться я не буду. Я говорю, но я должен вам сделать заявление, я ничего делать не буду. Дверь захлопнулась, я говорю, тогда я вызываю ответственность, после чего я вызвал. Mm-hmm. А затем я, подходя, значит, они опять человека посадили, mm-hmm. долго там, как говорится, с ним разбирательство шло, я не мешал, он вышел с машины, присел, и я говорю, вы можете сообщить мне, что и как? Он говорит, мне сказали проследовать Барановича вместе для оплаты штрафов. Водительская у них, вот они меня сейчас сопровождают. Я говорю, вы можете выступить, объяснить мне на камеру, что произошло и так далее. Ой, вы знаете, мы очень спешим, это я лучше заплачу и так далее. Я говорю, ну понятно, это ваше право. И подхожу к ним, сообщая о том, что 102 выехала, именно начальник ответственный выехал, и прошу их остаться. Они мне в грубой форме, даже на «ты», этот, который был старший лейтенант, кто закрыл, не знаю, но мне прижали вот руку стеклом. Ну, я вскрикнул. А зачем вы засунули руку в машину? А я я вот так вот держал камеру, чтобы щелка, которая была... А зачем вы засунули руку в служебный автомобиль? Я не засовывал. Я потом еще даже открыл автомобиль. А зачем вы делаете? Потому что... Знаете, что в соответствии с законом об органах внутренних дел, когда... Если это расценивается как завладение госимуществом, служебным автомобилем, сотрудники могли бы использовать оружие. Знаете, это вам на будущее. Знаете, что прежде чем использовать оружие, необходимо выкрикнуть определенную фразу, произвести выстрел, продемонстрировать оружие, выстрелить в воздух предупредительным, после чего... Поэтому... оперировать нормативно-правовыми актами, вы почитаете. Я оперирую. А ввиду того, что в отношении нерезидента Республики Беларусь велся административный процесс в соответствии с КУАП и ПКУАП в отношении его было вынесено постановление изъятого водительского удостоверения как гарант того, что он оплатит штраф. Человек заявил оплатить штраф на территории города Барановича, чтобы забраться в водительское удостоверение. Он не выявил свое согласие. Его вынудили, потому что у него сказали, водительское удостоверение остается у нас. На каком основании? Согласно ПКУАП. Что ПКУАП? Где написано, что водительское удостоверение возможно изымать и в качестве, так скажем, гаранта, подтверждения и так далее. Открывайте кодекс. Нормотворческой деятельностью мы не занимаемся. Хорошо. Мы все откроем и все проверим и так далее. Доверьте. Все, вот это мы откроем. Вам я рекомендую служебный автомобиль. Так не надо лезть. Это мой вам совет. Я вам скажу другое. Когда мне руку зажимают, когда мне стекла не открывают люди, к которым я обращаюсь. По я знаю про вашу ситуацию, там, где открывали стекло. Я скажу другое. Да. Где открывали стекло, терроработники уже давно не работают. Я другой информацией. Терроработники работают. Вы располагаете другой информацией. Интернет мы тоже читаем. Интернет-ресурсы. Именно где я открывал окно? Да, где вы стучали в окно. Мы тоже в курсе. Я стучал в окно. И вас, неужели вы не знаете, что к служебному автомобилю нельзя так относиться? Я еще раз говорю, смотрите, я не помню ваше имя и отчество. Мы с вами контактировали вроде по телефону несколько раз. Я еще раз объясню. Я действую в рамках закона. Знаете почему? В рамках какого закона? Потому что если какие-то законы корявые, я не согласен их выполнять. Потому что я гражданин этой республики, понятно? Законы Республики Беларусь единственные для всех. Да. Все тут пребывают. В том числе и для вас. Совершенно верно. И поэтому вот некоторые эти будут, так скажем, рассмотрены соответствующим органам. Потому что я уже смотрю, у нас назревает конфликт. И мне я вынужден буду это все не только в интернет представить. Потому что я не представляю многое чего, и вы знаете. А именно буду уже, соответственно, действовать. У меня два заявления сейчас. Первое заявление на... на машину, которая... Остановите, пожалуйста. Не, я ничего отходить не буду. Чего? Зачем вам нужна машина? Зачем вам нужна машина? Скажите, я спрашиваю, с какой целью вы фотографируете мой автомобиль? Я спрашиваю, с какой целью вы фотографируете мой автомобиль? Той же целью, которую вы снимаете. Да? Хорошо. Да? Все. Хорошо. Значит... При этом я хочу сообщить, что мне по 102, где мы потом затребуем именно телефонный переговор, будет запись, в которой мне сказали находиться на месте. Все? Вот и все. Ну, поэтому в этот момент... Как вам сказали на месте находиться, вы приехали остановить. Дело в том, что остановка...
остановка была мною совершена для того, чтобы предотвратить противоправные, с моей точки зрения, действия. А если ваша точка зрения ошибочна, тогда что? Значит, я буду отвечать перед законом. Вот. Все будут отвечать перед законом, если что-то нарушено. Скажите, вы как ответственный сейчас можете мне принять ряд заявлений. Какие? Давайте. Именно относительно номерных знаков на автомобиле служебном. Я буду на видео записать ваше заявление. Нет, я отказываюсь. Нет, отказываюсь. Да, только со мной в РОВД. Проследуем в РОВД, значит... Чкалова 5 я вас ожидаю. Через нет, мне будет удобно здесь подъехать. Я через сколько? На один виадух одно, второе по знакам. Где-то 12 минут я здесь подъеду, и мы с вами разберемся. Нет, вы же говорите заявление. Проследуем в РОВД для приема заявления. А вы мне устные принимаете на видео. Зачем мне? Почему подошли без бумаг и так далее? Так со мной поговорить? Но вы тогда не надо со мной в этом поле именно разговаривать в качестве того, что меня, ну, как говорится, предупреждая от большой ответственности, что она уже настанет, что фотографировать, как стоит автомобиль и так далее. Понимаете, я вам сообщил, для чего я остановился. Хорошо. Для предотвращения противоправных действий. Ближайшая развязка там, на 203 километре. Только там. Подъезжайте, я вас ожидаю. Ну, вы же тоже едете туда. Я? Ну, вы же говорите на стоянке. Но вы же тоже поедете. Подождите. Туда. Вы говорите, что будем, чтобы я вас подождал на стоянке. Я вас подожду на стоянке. Так давайте на эту поедем. Мне удобнее, наверное. А мне опять обращаться назад. Подождите. Поехали вместе. Вы только что ваши слова. Вы отказываете от своих слов? Нет. Вы сказали, вы подойдете на стол. Ради этого будет. Подъезжайте. Все, еду. Заблагоручно будете писать? Нет. Мне руку ваши повредили вот здесь, вот еще даже не прошло. Не можете самостоятельно писать. А? Не можете самостоятельно писать. Самостоятельно писать не можете? Буду очень медленно. Значит так, заявление будет сразу вы примерно выслушать и примите, как говорится. Вы в одном хотите обобщить, либо отдельно? Как скажете, как вам будет удобно. Смотрите, у меня первое, что они стояли без проблесковых маячков синего цвета. Угу. Ну, неважно, административный процесс, неважно, останавливать транспортное средство. Вот, значит, это первый. Второе, что у них знаки номерные выкрашены вручную. Вот, это тоже зафиксировано. Дополнительный материал я могу скинуть там и так далее. Третье заявление, что они отказались мне представиться при обращении, при подаче заявления. Именно в тот момент, когда они уже сказали, что да, можно обратиться. То есть у меня тоже это все зафиксировано. Ну вот пока три заявления. Как бы. Смотрите. Еще. Как имя, отчество ваше? Андрей Сергеевич. Андрей Сергеевич, смотрите. Если вы меня немножечко больше знаете, я не из тех людей, чтобы делать какой-то трэш. Понимаете, да? Ну, если. Поэтому здесь, если бы они вели себя нормально, все бы было нормально. Предвзято вел себя в основном этот, который старший лейтенант. Вот. Как бы это, ну, с моей точки зрения, ну, немножечко неправильно. Вот. Значит, разбирательство по поводу, так скажем, нюансы, которые я узнал, что человека удерживали документы, чтобы он оплатил штраф, это мне тоже, это не заявление, это я не знаю, это разъяснение, это разбирательство. Может, вы что-то поясните по этому поводу, почему они имеют право? Вы мне сказали пикап, который именно... в котором указано относительно разрешения таких действий. Правильно я сказал? Правильно я сказал. То есть больше ничего пояснять вы не желаете? Ну все. Паспорт возьмите в свои руки. Тимофеев Дмитрий Иванович. Я что правильно писать? Нет проблем, пожалуйста. Тимофеев Дмитрий Иванович. Подержите, пожалуйста. Хорошо. Можете в одном заявлении все три обучить. Все равно вашей компетенции будет. Сейчас я вам зачитаю вслух. Или вы будете сами читать? Ну, у вас почерк нормально. Не, я вам верю, что все же записывается на камеру. На диктофон. Я начальник УГИ Баранинского РОВД, капитан милиции, переход Андрей Сергеевич, 23.07.19 в 19.50 часов принял заявление у Тимофеева Дмитрия Ивановича, 27.07.81 года рождения, проживающий город Баранович, улица Советская, 62.5, о том, что 23.07.19 примерно в 15.56 обнаружил сотрудника УГИ Баранинского РОВД, который
дальнего служебного автомобиля на автодороге М1Е3 на 213 км. Ни при остановке транспортных средств, ни ведения административного процесса на служебном автомобиле не включили проблесковые маячки синего цвета. При неоднократной просьбе включить маячки сотрудники отказали. Также при обращении к сотрудникам я просил их представиться, на что получил отказ. Сотрудники общались с Тимофеем ДИ, общались ДИ грубо. На мои обращения не реагировали. Также Тимофеем ДИ было установлено, что регистрационные знаки на служебном автомобиле имели явные следы ручной окраски, гражданином который был остановлен Тимофееву ДИ было сообщено, что после простой выборочной остановки и дальнейшего разбирательства у него было выявлено 3 ранее неоплаченных нарушений ПДД, и сотрудники ГАИ удерживали водительское удостоверение Понуждаю, это одно и то же, только правильно понуждаю. Водительское удостоверение водителя понуждали. Ну, понуждали, его незамедлительно. Заплатить штрафы через терминал в городе Бранич. И после предоставления квитанции гарантированного транспортного удостоверения. На данном инциденте я сообщил ведомству и попросил приехать ответственного по РОВД. Тем мне предупредили оставаться на месте. Но сотрудники ГАИ требовали удалить автомобиль Hyundai регистрационный знак 5703 КТ1, иначе будет привлечен к административной ответственности. Прошу разобраться, провести проверку по данным обстоятельствам. И сообщить мне по электронной почте. Может, у вас есть документы почтовые? Мы можем и почтовые. Не, да? Я вам могу даже устно запросить. Данные обстоятельства по электронной почте. Короткая почта у меня покажу. Ключ. Английский. Давайте вы сами напишите. Я не дай бог не ошибся. Так болит. Рука, я не вру. Я думал, не будет болеть. Хорошо успел убрать. Невежливые ребята, конечно, не надо было. Я ж не ехал здесь в этот самый.